печальные печали. Третий месяц тупо валяюсь на диване. Чего-то может быть жду, кого-то может ищу. Может нашел уже, пока что сам не знаю. Пока что не пришел туда, где небо всегда синее. Где можно быть красивым всегда, не только снаружи. Где можно улыбнуться прохожему так невзначай. И после кафе официанту по-доброму на чай. Скоро весна, уже все будут парами бегать. А я запаренный дома, торчу, лечусь неделями по пиву. Сегодня вечером снова будем в эфире. 24 часа онлайн, как всегда, да. Значит, просто во сне ты и я. Здравствуй, новая.